Ну, пока-пока, папа. Пока. Прощай, девушка. Все. Костя, ты что загрустил? Да. И ты загрустил, маленький мой. Маленький Димасик. Ушла елочка. Пока-пока. Ну вот видите, как в том году мы расстроились, когда убирали елочку. Я не подготовила ребенка, вроде он был маленький, и я не осознавала, что нужно его было подготовить. В этом году я более серьезно, основательнее подошла. Ребенок у меня еще взросли, у него появился характер такой, достаточно волевой и своенравный. Поэтому я ему стала объяснять, что Новый год закончился. Мы уже сейчас стали понимать, что такое закончилось, что такое пора, что такое давно, что такое убирать. И поэтому все эти понятия я применила для того, чтобы нам безболезненно можно было разрядить елку, убрать ее, разрядить всю квартиру, снять все украшения. Помогла нам елочка во дворе, ее убрали, и я в этот же день ему показываю: все, кончился Новый год, елочку убрали, нам тоже убрать надо. Он сначала так растерялся. Я сразу перевела: у нас есть коробка, помнишь, мы наряжали елку, мы все шарики сложим туда, а когда Новый год настанет, мы их достанем. И ему так понравилась идея, что он будет складывать эти игрушки в коробку. И он подключился в это дело, и мы начали разряжать свою елку. Какую? Коробка? Отри. Надо ее открыть? Отри. Будем туда игрушки складывать? Игрушки с елочки, да? Фу. Да, открыла, иди. Будем складывать? Шарики, да, вот эти? Вот эти. Все, пора убирать елку? Пора убирать, да? Будем убирать. Вот сюда, в коробку. В коробку. Ну, давай, сейчас будем убирать. Все, убрали? Все? Все. Елочка в коробочку поместилась. Поместилась. Молодцы мы с тобой. Смотри, у тебя гараж теперь здесь. Ставь машину. Ставь машину. Какую? Вот эту поставим туда. Вот так. Все, другую ставь. Другую ставь в гараж. Все, елочку уносим. Пока-пока, елка. Пока-пока. Пока-пока, елка. Видите, с каким энтузиазмом вот это дело. У меня сердце замирало. Ни одной игрушки, как ни странно, мы не разбили. Старались аккуратно. Все, покидали, елочку убрали. Вот и все. Ребенок ко всему серьезно отнесся. И мы обошлись без слез. Ну вот. Прощай, Новый год. Пока-пока. До следующих встреч. В следующем году Новый год. Приходи. Мы будем тебя ждать и опять готовиться.